OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Наша казка гарна нова, починаємо її знову. Дуже акуратно, делікатно діємо на території України. Да, ми не цепляємо мирне населення. Но они поэтому к нам так и настроены, потому что мы бьем по военной инфраструктуре, они бьют по Белгороду, и у себя в соцсетях все это показывают. И дико этому радуются. И публика украинская, у них вообще в голове биполярка появляется. Но им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины, пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можем принять. Совершенно верно. Пусть сносят свою нацистскую власть, наносят удар в спину укронацистам, которые стоят на границе, да, и выходят к нам. Связи с ИГИЛ, СБУ налаженный давным-давно. В прошлом году я работал в Сирии. Мы делали расследование по фактам контрабанды оружия из Украины в Сирию. Именно исламским радикальным группировкам. И меня поразил там один момент, что связи настолько устойчивые между, скажем, провинцией Идлиб, организациями типа Хизбут-ат-Тахрир, запрещенные террористические организации, что от поставки, от заказа где-нибудь в провинции Идлиб какого-нибудь вооружения на Украине до поставки его с Украины в Сирию 2 недели. Как будто действительно вы с нами сейчас не были. Но вы же слышали то, что мы только что обсуждали. Да-да, конечно. Вы знаете, второй момент, о котором я хотела бы сказать – мне кажется, не то чтобы это упрек вам лично, но мне кажется, как раз от западных средств массовой информации мы все время слышим призывы, ну так или иначе, так получается, в их вопросах эти призывы содержатся, идти привычным западному медиа-информационному политическому сообществу путем, без фактов начать, так сказать, на кого-то показывать пальцами и так далее. Вы знаете, мы точно этого делать не будем по целому ряду причин. Одна из них, потому что мы сами от этого бесконечно страдаем. В отсутствии фактов на нас бесконечно показывают пальцем и в течение, не знаю, пары часов или нескольких дней выносят нам не только обвинительный приговор, но еще и приводят его в исполнение. И в этой связи мы говорим о том, что очевидно. Первое. Это Та настоящая террористическая клоака, то настоящее террористическое гнездовье, которое формировалось на территории Украины на протяжении многих лет за счет бесконтрольных, что самое, наверное, важное, именно бесконтрольных финансовых вливаний, поставок вооружений, которые никто не мог даже посчитать и понять, куда все это идет, коррупционных схем, о котором говорит даже уже американское правосудие и правоохранительные органы. Вот это все констатировал с нами с фактами на руках. Особисто я задоволена, що в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати соціальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших тіктоках, інстаграмах, ну і, звісно, фейсбуці. Так, вони все ще використовують VPN-и і деколи можна натрапити на їхні відео. Але насправді для підготовки наших випусків нам все ж таки доводиться проводити ретельнішу роботу. Одним словом, від чого нас захищає цей бар'єр заборони? Від того, як насправді вони живуть, що вони насправді обговорюють і що в істину в них відбувається. В їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях і, найголовніше, в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори. В їхніх соціальних мережах ми покажемо далі. От. Зараз приближу. Написано там «Місце збору при евакуації». Вот так вот. Видите, как интересно.
Москву собираются эвакуировать. Куда? Никто не знает. Зачем? Ну, сейчас уже догадываются, в общем-то. OMTV.UA про головне. Запад уже проиграл. Он проиграл экономически. Еще не грохнулся, но он проиграл. Поразительно, в какую пропасть, как стремительно катится Запад. Всегда считалось, что если мужчина целует женщину, и это неприятно, то пощечина, которая тут же дается, показывает, что это неприятно. Все, и все становится ясно. Сидят какие-то 3-4, там какой-то прокурор. Он вообще хоть женщин когда-нибудь целовал? Ну, понятно, что это уже не может. Кстати, Кармен нужно запретить. Сюжет испанский, правда, текст французский, но там сплошные приставания, домогательства. Да там 90% европейской литературы нужно запретить. Там вообще матери. Несовершеннолетние. Вот. Слава богу, что нашу не тронут, поскольку они над ней не властны. Но у себя запретят. Относительно изменений этих пасхальных, не пасхальных. И вот тут... Вот это впечатление, что это безобидно, у некоторых безобидные вещи, символика очень значима. Сначала вас заставляют ваш символ поменять на некий нейтральный. Ну и на этом остановится, чтобы никого не обидеть. Нет, никогда не остановится. Следующий шаг, вот этот нейтральный символ вас заставит поменять тоже на символ веры, только другой, всегда один путь. С идеологиями, с верой, всегда один и тот же путь. Но если кому-то приятно жить в мифологизированном полностью... Они скоро слово «Пасха» просто запретят. Нет, это понятно. Потому что оно травмирует кого-то, наверняка. Да. Но я просто к тому, вот, о чем вы сегодня рассказывали, о том, что это отнюдь не шутки и не благо глупости, от которых можно отмахнуться. Но это вот мифологизированное сознание... Вообще люди любят мифы, сказки это тоже мифы. Кстати, тоже их нужно запретить по большей части, сказки европейские. И, видимо, скоро запретят народные, всяких гримов там. Или, по крайней мере, добавить в сказки инклюзивности, что уже делается. Да. Вот. Но когда еще общественная психология превращается в общественную мифологию, политическая, то тут вообще кранты. Это общество может погибнуть. Но Бог бы оно погибло само по себе. Одно, они еще и других утащат. Пытаются утащить в могилу. Значит, вот есть реальность, которая тоже в славах в частности выражается. Есть вот эти мифы. Мифы, вот уже к серьезным переходим. О том, что они нас, американцы, предупредили. Вот все то, что сейчас показывалось и говорилось. Реальность. Действующий генерал, министр обороны Тмили, говорит о том, что русские должны просыпаться, опасаясь, что им перережут горло. Я не специалист в английском языке, не знаю, насколько это выражение «перерезать горло». Абсолютно корректно. В смысле, нет, так как у нас «я тебе оторву голову», говорит мать ребенку, понятно, что не собираюсь ему голову оторвать, не знаю. Но почему-то мне кажется, что вот... Перерезать горло – это нетипичное для американского лексикона выражение. Давайте послушаем. Нет, по-английски. Я говорю, я не... Послушаем. По-английски. Во время одного из своих визитов в Висбаден Марк Милли пообщался с украинскими спецназовцами, которые работали вместе с американскими зелеными беретами. В надежде вдохновить их перед операциями на контролируемых врагом территориях. Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не думая о том, что посреди ночи ему перережут горло, сказал Милли, по словам чиновника, осведомленного об этом событии. Вы должны вернуться туда и организовать кампанію за лінією фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.